сегодня 20 мая 2020 года, я со своими помощниками и, соответственно, представители клуба «Ярополк» развозим помощь. На предыдущей встрече, которая проходила онлайн с нашими жителями, выявили адреса, куда помощь не поступает, потому что люди не входят в список социальной защиты. Первый, получается, транш мы сделали несколько дней назад, сейчас делаем и сегодня. Это 8 адресов, это, как правило, жители нашего округа, второго округа, 65+. Также, соответственно, клуб «Ярополк» сегодня развозит медали для ветеранов Великой Отечественной войны. Помимо медалей, там еще есть подарочные наборы. Вот, всего около 1000 медалей предстоит всем волонтерам Красногорска отвезти ветеранам буквально за считанные дни. Большое спасибо, в принципе, волонтерскому движению Красногорска, которые постоянно работают с утра до вечера и сооружают эти коробки, чтобы все остальные, там, депутаты, жители, люди доброй воли, которые хотят развести, они это все разводят. Здравствуйте. Да, вам помощь. Я вот депутат. Просто Анна, мы к Анне обратились, просто, чтобы вот там да. Здравствуйте, Владимир Федорович. Ну, я депутат Шадриков. Мы вам привезли помощь от губернатора. Спасибо. Возьмите, пожалуйста. Ну, поставьте, я возьму еще. Поставьте. Давайте. Валентина Васильевна? Это депутат Шадриков, мы вам продовольственную помощь привезли. От волонтеров Красногорска, от администрации, от губернатора вам продовольственная помощь. Добрый день, Николай Николаевич? Да. Депутат Шадриков, Валерий. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Это от волонтеров Красногорска, от администрации, от губернатора вам помощь. Я сейчас веду прием онлайн, поэтому... Если что-то нужно, мы каждую неделю по четвергам прием. Если как бы, понятное дело, технических возможностей нет, войти в интернет, говорите там Александре, сразу связь. Хорошо, спасибо большое. Арнольд Прокофьевич? Да. Здравствуйте, Арнольд Прокофьевич. Я ваш депутат, мы вам помощь продовольственную привезли. Да, спасибо. Разрешите вам. Да. Здравствуйте, я депутат Шадриков, мы вам помощь от волонтеров, от администрации. Здравствуйте. Губернатор привезли, удовольствие. Здравствуйте. Да, депутат ваш. Мы вам продовольственную помощь привезли. Спасибо, спасибо просто большое. Просто ваш список Александра нам дала, Русанова. Так что вы имеете в виду, у меня сейчас прием пока онлайн, есть какие-то проблемы. Ой, спасибо, спасибо. Вообще очень приятно, очень так неожиданно. И, в общем, такая помощь в это, как нет, сказать, такое добрее. Вы имеете в виду на будущее, мы всегда на связи. Ой, спасибо вам большое, даже до слез. Можно смотреть, можно?